въезжаем в город Кохонг. Кохонг. Окончен. Ну вот, скрылся от дождя, спрятался. Сейчас я здесь, в этом прикольном местечке, где есть пиво. А еще есть официантка, которая дает покушать. Она беременна. Беременна. Том и Кэл. Она мимо хопат. Том Камона. Пиздай, красат. А у них очень тимон, а? Вот это махоп мой начнем. А? Сочрук, сочкоты, тимон, старики. Сочрук, сочрук мин. Мой нана, чнем. Ему даст пору. Окей? Муна? Шницел. А не, ну? Маш потейта, вичтейбл, ангрейли. Шянь. Окей. Ау. Сетмон, э? Сетмон. Ай, вот это вот я здесь. Вот. 2 километра от границы. А нужно мне проехать вот сюда. Сянупиль. И вот тут вот очень плохая дорога. Ну, либо в Пномпень. Вот эта плохая дорога, она все меняет в планах по их скоротечности. Тут мне готовится вкусная готовка. Здрасте, Адбан, твоя книга, хопа. Там, вот. Ну а вот и зарядил посильнее. Но мы не унываем. Нам всегда есть чем заняться. Ну вот, дождь вроде проходит. Доедаю, блин, шницель куриный с картошкой, блин, морковкой, блин, брокколи, блин. И похоже, мне придется остаться в этом городе на одну ночку. Думаю, как ее провести. Я еду на мотобае по Кохонгу, блин. Давно я не ездил на нем. Тут ездить-то особо негде, но мне все равно умиляет этот городок просто тем, что я, ну, блин, подсознательно как-то его любил все это время. Я даже не скажу, чем это обосновано. В обменочку. Здесь можно менять вьетнамские донги. Это что за хрень? Китайские деньги, блин. Китайские баты. Я обменял 20 баксов. Кунчеран.
еду по центральной улице города Кокконг. Я готов почти смириться с мыслью, что придется переехать когда-нибудь в этот город. Ну, о причинах, может быть, я расскажу как-нибудь в другой раз. Сделаю отдельный такой репортаж, поясняющий, что же такое случилось с моим любимым городом Сянуквилем. Гухамань, блин, Гухамань. Разгулялся бы я в Кокконге. Есть тут где мне разгуляться, но надо же думать, чем заниматься. О, мопина? Мопикатпран. О. Такая вечерняя обстановочка. Ух ты, какой здесь закатик. Я должен заснять этот закат. Классное вот это вот очертание облаков на горизонте. Ох, красота. Вечерний, блин, Кокконг. Делать тут, конечно, особо не хрен, но пиво есть. Твоя жизнь ночная присутствует. Определенно, ну, вечерняя, так сказать. Вечерняя. Вечерняя жизнь. Казалось, куда я еду? Это пипец. Это настоящий чикен фарм.